Смотрим на эту битву. Так, замедление ставлю, подлетаю. Понеслась! О, вот это да, вот это да! Ну-ка, дерево! Да, вот это самая интересная битва начинается! Давай своим веником! Давай, давай! Ну-ка, кто кому первый втащит? Ну-ка! Бэк, да! Давай, покажи приемчик! Стенка на стенку! Бэк-бэк! Воу-воу-воу! Вообще непонятно, что происходит здесь, ребята! Вы на канале Колгеймус, и мы продолжаем устраивать битвы секретных юнитов в игре ТАКС. У нас на очереди остались самые сильные воины, и мне уже не терпится посмотреть, что они там будут делать друг с другом. Поэтому давайте перейдем на нашу карту и начнем эту битву. Итак, вот секретные юниты, которых мы уже с вами испытывали. Но остались вот эти 6 самых сильных. И в основном здесь одни гиганты. Ну что, начинаем с первого. Вот этого, это самурай-гигант. Вы уже можете слышать, да, как он там говорит? Да, самурай-гигант и самурай-гигант. Давай подлетим, посмотрим. Так... Вот такой вот воин с вылупившимися глазами. Да, на лоб вылупил глаза, это тоже. И они уже жаждут сразиться друг с другом. Ну что, ребята, давайте начнем эту битву. Так, я сразу замедляю, подлетаю для хорошего ракурса. Так, понеслась, давай в замедлении посмотрим пока. Давай. Ну, кто первый нанесет удар? Так, ничего себе. Так, он выдержал, красный. Смотри. О, так, красный получил 2 удара, синий 1, но синий чуть нокаут не ушел. Ну-ка. Давай. Да, красный уже, что такое, 3-4. Чего, красный все-таки победил. Он выдержал, вроде как даже больше ударов он получил. А это что ты делаешь? Слезы вытираешь. Конечно, проиграл. Да, хорошо. Это был один гигант против одного. А теперь мы ставим 10, 15, 20, 20. Все. Так, там у кого-то проблемы. Сейчас посмотрим. И здесь 20. Вроде у кого-то здесь есть проблемы. А, ну вот этот на шпагат просто учится садиться, поэтому он так стал. Все нормально у вас? Да, некоторые не подросли. Что? Эй, ты че такой маленький? Ладно. Так, а у этих все нормально? Тоже все нормально. Ну, не совсем у всех, но сейчас посмотрим. Итак, ребята, 20 гигантов самураев против 20 гигантов самураев. Давайте начнем. Смотрим на эту битву. Так, замедление ставлю, подлетаю. Понеслась! О, вот это да, вот это да! Ничего себе, все трясется, гиганты бьются! О-о-о-о. Так, красный побеждает вроде бы. Ну-ка. Да, красный просто выносит здесь всех! А что такие красные сильные, я не понял. Нет, синие еще тоже держатся. Бах, все трясется. Итак, остался один синий. Против него идет 6 красных. Давай. Сейчас они ему надают. А, вон еще подмога красных. Бах, по башке вот этот вот загрел вообще синему в конце. Ну да. Смотри, разлетались. Красные вообще какие-то монстры. Ладно, хорошо. Убираем это. Все с ними понятно. Давай дальше. Сенсей со своими звездочками. А, я их раньше пробовал или не пробовал. Ну-ка, давай посмотрим. Так, понеслась. Сейчас они начнут метать звездочки. Сейчас будет вообще здесь прикольно. Смотрим, давай в замедлении и посмотрим прям. Так, подходит. Давай, сенсейчики, доставайте сюрикены. И кто останется живой, получит 1000 долларов. Круто я придумал. Да. Так, понеслась, давай. Смотри, это как бабочки такие. Уху, и я здесь могу летать. Вот это что здесь творится? Я пролетел. Меня не задело ничего. Воу. Кто выжил? Опять красные победили? Подожди, а кто здесь живой вообще?
Вообще все... Кто 1000 баксов получит? Скинь мне карточку. Номер этой карточки своей. Скинь, я тебе потом перешлю 1000 баксов. Подожди, а где? Где победитель? Вот этот? Смотри, нет, у него вторкнулось. У этого тоже повторкалось. Короче, где-то здесь у красных должен быть победитель. Вот этот, наверное. А у него тоже в животе что-то торчит там. Ну же, смотрите. Фу, как матрица в замедлении. Вот это да. Хорошо. Так, а если мы, знаете, что сделаем? Дадим еще по гигантику. Вот так. Понеслась, смотрим. Так, гиганты тут начинают сражаться, конечно же. И сейчас должно полететь. Бах, красному, как всегда, первому дали. Нет, красное просто выносит. Я не понимаю, почему красное сильнее. Смотри, сколько он сразу звезд выпускает. Сюрикенов. Вообще опасный. Нет, самурай хана. Ох ты, ему... Ничего себе. У тебя броня получилась дополнительная из сюрикенов. А этот на шпагат говорит. Я хотел давно научиться на шпагат садиться. Вот и буду сейчас так делать. Ладно, все понятно, ребята. Убираем. Улры какие-то там. Так. Ага, эти, которые топоры бросают. Нужно сразу толпу ставить. И здесь также. 13. 13 на 13. Погнали. Сейчас будет заморозочка, ребята. Так, стоят. Ну-ка. Оба, понеслось. Бах. Воу-воу-воу-воу-воу. Эй, вы так тут скоро... Здесь у нас осень. В зиму превратите. Своими топорами. Сейчас все замерзнет здесь. Так, кто победит? Кто победит? Я не знаю. Они полузамороженные. О, неужели синие победили хоть раз? Смотри. У него один топор замерз, один нет. Вообще на Деда Мороза похож немного. Так, 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 так. Ладно. Ладно, я не знаю, что тут... Ну, честно, этим не интересно. Самое интересное у нас впереди, ребята. Это гиганты. Гигант с деревом и ледяной гигант. Вот это я больше всего жду. Ну что? Да, гигант с деревом. Один. Второй. Вот это сейчас будет битва, ребята. Сейчас начинается самое интересное. Да. Вы готовы, гигантики? Давай. Так, я подлетать должен хорошенько. Давай. Давай, за кого болеем? Понеслась, давай. Ну-ка, дерево. Да, вот это самая интересная битва начинается. Давай своим веником. Бах, по башке. Давай, давай. О, держись на ногах, стой. Бах, бах. О, что ты так орёшь-то вообще? Давай. Красный победил. Вообще, нормально все. Такой смотри. А этот тоже как в матрице все у нас. Хорошо. А мы теперь ставим больше. Мы ставим... Давай. Так, это уберем. Так, кого там убрать? И здесь. О, 14. Нет. Так, где там? 10. Все, ребята, 10 на 10. Понеслась. 10 гигантов против 10 гигантов. С дерева. Ну что? Так, 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 давай, давай. Понеслась битва деревьев, ребята, у нас здесь. Давай. Чье дерево крепче? Все трясется, земля трясется. Они что-то тут орут. Вот это битва, вот это да. Листья только разлетаются. Кто победит? Красный побеждает. Я вижу уже, красный всегда побеждает практически. Не знаю почему. Последний, синий, он держится до последнего тоже. Бах, давай ему еще. Бах, давай, по башке как загрели ему. Бедняга. Не знаю, красных очень много, и они шли уже добивать того бедняжку синего. Ладно. Хорошо, хорошо. Так, а что-то мне нужно вверху быть. Убираем. Все, а теперь я ставлю боксеров. Ребята, это настоящие боксеры. Да. Да-да-да-да-да. Вот они, ледяные гиганты. Это будет супер битва. Битва боксеров. Ну что, делайте ваши ставки, господа. Мы начинаем эту битву. Так, так. Давай, давай. Ну-ка, кто кому первый втащит? Ну-ка.
Бэк, да! Давай, покажи приемчик! Ну-ка, ну-ка! Смотри! Бэк! Давай ему еще! Давай, давай! Левый, левый бей! Левый! Давай! Апперкот! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Смотри, смотри, уже головой собирается бить! Давай, 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 давай! Битва боксеров, ребята, у нас битва! Они очень держатся хорошо. Не знаю, так, так. Давай. Смотрят. О, красный победил. Он ему с двух кулаков тащил, вы видали? Ничего себе. Вот этого я и ждал. Так, что я всегда внизу где-то оказываюсь? Хорошо, а если мы добавим вам друзей, чтобы вам не скучно было? Итак, 3 гиганта ледяных против 3 гиганта ледяных. Погнали. Так, 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 так. Понеслась, понеслась. Понеслась битва гигантов. Так, смотри, они разобрались по парам. Нормально, все по-честному. Один на один каждый бьется. Нет, уже начинают одного молотить двое. Так, 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 все трясется, ребят, здесь. Просто все трясется. Давай. Подожди, толпой на одного нечестно. Где еще один? А, он валяется уже, все. Вон, ну синие побеждают. Так, так, вдвоем, вдвоем плещут одного. Два синих на красного. Бах. Хорошо ты справа ему втащил. Так, а вот этот? Вот этому хан... Что? Он не успел приземлиться. Ладно. А теперь мы сделаем... Ну, я не знаю, давай еще добавим. Че мелочиться-то? 6, 7... Да хочу 10. Эй, куда тут 10-го поставить? На дерево. На дерево, и правда. Ой, тут уже много поставил. Вот так. 9, 10. Все, ребята. Вот так вот. 10 гигантов ледяных боксеров этих. Так, а ты что делаешь? Ты что делаешь, ладно? Против 10 таких же гигантов. Так, а у этого что, проблемы с ногами? Ладно. Вот это сейчас будет еще одна эпик-битва. Ребят, мы начинаем. Погнали! Погнали! Давай сверху посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бы-бы! Понеслась! Понеслась! Во-во-во, ребята, что здесь происходит? Какое-то землетрясение, битва гигантов! И не просто гигантов, а боксеров-гигантов. Кто победит? Кто победит? Так, так. Мне кажется, нет, красных больше. Хотя здесь синих тоже много. Они плещут одного. Давай. А, своему! Один ударил своего. Так, так, так. Я даже не знаю. Пока что поровну все идет. Красный еще один улетел. Давай замедленно посмотрим, как они будут биться. Бах, смотри, еще один улетает. Бах, красные победили. Да, и у них много осталось на самом деле. Красные сегодня вообще побеждают. Ладно, очистим здесь. У нас теперь есть лучники. Смотрите, вот такие лучники. Я хочу попробовать поставить 3 лучника и против них поставить 15 гигантов. 3 лучника справятся ли? Смотрите, ребята. 15 гигантов ледяных против 3 лучников. Я не знаю, кто победит здесь. Но давайте посмотрим. Мне очень интересно исход этой битвы увидеть. Погнали. Так, луки пошли. Давай сюда. Итак, ребята, гиганты наступают, лучники отбиваются. Не знаю, чем закончится эта битва. Нет, гиганты даже не падают. Все, лучникам хана. Нет, один гигант упал. Все, все, лучники. Не-не-не, здесь нереально, здесь нереально. Смотри, держится еще лучник. Ничего себе живучий. Они его затопчут сейчас. А сколько гигантов завалили? Одного как минимум. Да, но я здесь, конечно, не подрасчитал. Хорошо, тогда сделаем по-другому. О, да, ребята. Что? А, что происходит там? Вы видали? Кто там дергался?
Ты куда залез? Что за акробатические номера у вас здесь? Вы не в цирке выступаете, и это не гимнастика. Ну что, ребята, а вот такую битву вы хотели увидеть? Гиганты с деревом против ледяных гигантов. И их здесь просто куча, куча на кучу. Давай посмотрим. Так. Я опускаюсь, чтобы хорошо увидеть это. Понеслась! Давай! Стенка на стенку! Бэк-бэк! Воу-воу-воу! Вообще непонятно, что происходит здесь, ребята! Жесть! Да, так, смотри, вдвоем молотит этого гиганта. Синие победили так быстро? Ничего себе, а сколько у меня было? А, таких два раза больше. Ну давай добавим ледяных еще чуть-чуть, хотя бы до 20. А здесь одного уберем деревянного. То есть 20 против 30, давай посмотрим. Давай вот так вот сверху. Смотри, один упал! Эй, чувак! Ты дерево свое потерял? Или... Подожди, что? Что это такое? Ты чё под землёй это делаешь вообще? Ребята, кто их замуровал? Кто замуровал их вообще в земле? Что происходит здесь? Почему они под землёй? Эй, ты что, дерево решил посадить там? Ну, дерево, в принципе, ты посадил. А что дальше? Они побеждают. Они выносят ледяных. Вообще какие-то мощные. Давай, знаете, что построим? Построим, говорю. Давайте сенсеев поставим кучу. Вот здесь. Так. 31. И сзади луки. Вот так попробуем. Против 20 гигантов. Погнали. Посмотрим, что из этого получится. Так, 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 так. Воу-воу-воу, понеслось. Смотри, смотри, как все летает. Выдержит или нет? Смотрим. Гиганты. Давай, 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 давай. Так, они добираются уже. Жесть. Воу. Смотри. Вообще. Вы просто посмотрите, все в них вторгается. Этому хана уже. А, так им всем хана практически. Вообще, что творится? Да, они не победят. Они даже не могут подойти к лучникам. Жесть! Последний, последний! Смотри, как накидывают ему! Вот это да! Все! Стрелки победили. И метатели. Жесть, уложили всех гигантов. Да. Все, ребята, я думаю, мы с вами испытали уже всех секретных юнитов. Сегодня были самые сильные, и да, прикольно они дерутся. Так что здесь все такое лагает? Я думаю, в следующей серии я уже продолжу проходить кампанию. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.